Здравствуйте всем! Сегодня вот такой у нас мангал у меня на обзоре. Самые основные его характеристики, ну и диапазон цен. Ну на что самое главное внимание обратить, конечно, как сварили, какие отверстия под, видите, то есть длина, высота, ну конкретно этот мангал высота метр, здесь любая длина на заказ, да. Потом что, ширина 35, я считаю оптимально по ширине, но высота здесь данная 17. Вот можете убедиться. Еще вот так замеряем вам. Вот. Некоторые говорят, что нужно делать 40-50, но я думаю, что люди просто смеются и издеваются. Такое не слушать. Ну и без отверстий тоже. Вообще высота мангала обычно делается от 12 до 20 сантиметров, но поверьте мне, 20 это слишком много, надо будет дров, поэтому делать можно и 20, и сколько, хоть и 30 высоту, но это вам зря, это вам нужно очень много дров, и жар у вас не дойдет. То есть 12 можно вообще отверстие не сверлить, видите здесь сколько час, ну попробуйте шестерку просверлить, сколько нужно труда, да, вот видите какая сталь. Ну швы довольно-таки все главное проварить, тем более если металл шестерка, то есть провар нужен хороший, чтобы он у вас не развалился. Ну, а так оптимально можно, конечно, мне заказывают и 15, и 16. Ну, вот это сейчас часто самый заказываемый, то 17 сантиметров. Потому что бывает куски могут большие, потом дрова могут, чтобы с них не летело прям напрямую. То есть мне такой больше заказывают, а там, конечно, если кто-то какой-то специалист, уже кому нравится 12, не бывает заказ. Чем у вас меньше высота, тем быстрее жар, ну, прожаривается у вас быстрее. И я думаю, правильный шашлык. Это, конечно, вы лучше здесь уже спросить у самих шашлычников, кто часто шашлык делает. Потому что специалист я больше по сварке, да, а по приготовлению шашлыка я не могу дать совет. Это лучше всего с шашлычниками, кто прям шашлык готовит уже не, и причем не один год, а лет 10. Потом, конечно, можно его доукрасить. Это у меня все тоже есть, как вы видите. Видите, сколько кованых элементов. Вот кованые ручки. Потом делается еще прорезь под шампура. Можно треугольником вырезать. Видите? Вот так вот. Прорезали. Ну, 3 мм вполне достаточно. То есть одну можно такую, а на другую стороне вырезать треугольничком. Ну, ручки, конечно, тоже надо, потому что мангал тяжелый. Я варю, провариваю с двух сторон. Швы более длинные, чтобы он... со временем, то есть с запасом прочности. Высоту мангала, вот, то есть вот здесь вот у меня стол рабочий 90 сантиметров. Мне удобно. Там, конечно, зависит от роста самого человека, который делает. Некоторые заказывают 110. Просто слишком. Кто-то хочет вот так крутить повыше. Вот 90, я считаю, самый оптимальный. То есть к нему приваривать, соответственно, еще нужный размер ножки. Опять же, можно сделать декоративно. У меня есть и декоративные мангалы. Вот, делаю, то есть дорогие, больше 50 тысяч. Ну, есть там попроще, можно, кстати, варить. Вот у меня листы, видите, стройки стоят. Можно стройки делать сам, мангал будет дешевле. За сами ножки приварные я обыкновенно, то есть вот такой вот я варю. Вот так вот, условно говоря, ножки. Вот такие вот, то есть это. А там варится, самому вот вам мангал. Вот тут варятся такие штыри. А эта труба, допустим, 20 на 20, а это 25 на 25. Или здесь 25 на 25, а здесь 20 на 20. И они, естественно, вставляются. Это вид с одного боку, а это вот вид с торца. Вот вам штыри. Видите, это вид. И вот ножка вот такая сюда одевается. Я думаю, понятно. Можно, конечно, съемные делать ножки, небольшой люфт. Многие говорят, что люфт, там можно болтами, гайками закручивать. Да, все можно. За это тоже я беру дополнительную плату. Можно вот такие ножки декоративные сделать, видите. Сразу приварные, да? И будет очень красивый мангал. Бесподобно. А там и, конечно, если еще можно сделать столик. Крышки вон те неплохие для... Тоже накрываю, чтобы как типа барбекю было. Чтобы он лучше прожаривался. То есть крышки тоже делаю разные, декоративные. Если спрашиваете, интересно рассказываю. Вот еще одна такая крышка уже покрашена, схожая. Здесь уже сам столик. Видите, хранится у меня где. Ну, про мангал, если он идет длинный, из стройки, да, конечно, нужно борта усиливать, потому что его поведет там, а тем более даже из четверки. Потом еще что важно, когда мангал из шестерки, он любой, и такой, он нагревается. долго, но он и быстро долго остывает. Жар хорошо держит. Ну, смысл, смотрите, многие, чтобы его остудить, потому что надо сразу поели и куда-то поехали, они начинают его водой заливать, и он начинает металл коробить. Никогда не заливайте мангал водой, чтобы не покоробило. Ну, а если вернуться к бортам, то шестерку уже ничего усилить не надо, тут больше декоративно. А так можно уголком там 25-32 его усилить борт. Можно вот такой вид торсион 10-12. Вот сюда вот приваривается. Я думаю, понятно, да? Я такие делал мангалы, и будет красиво. Вот у меня есть такой один мангальчик, видите, стоит. Как раз он из троечки. Вот вам торсион приваренный. Тоже его почаще привариваете. Сюда, 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 из двух сторон. Видите, тоже прорезь под шампура. То же самое. Тоже отверстие есть под тягу. Пишите, ну, конечно, лучше, кто занимается профессионально, жаркой, скажем так, или частым изготовлением шашлыка, есть опыт с разными мангалами. По высоте мне очень интересно. То есть по ширине как бы мне не нужны советы, да? Это кому как больше нравится. А вот по высоте, как лучше шашлык получается, как быстрее готовится, как он четче, вкуснее. Вот. Я думаю, что от них услышать. Хотя я уже слышал неоднократно, я говорю, то есть некоторые говорят, мне 12 нравится. Но бывает 12 делает, да, без тяги, или вообще любые там без тяги. Я видел у них, знаете, как на кухне делается такая вытяжка над самим мангалом у профессиональных. Там труба, и у них, то есть, принудительная тяга все равно есть. То есть, понимаете, как бы отверстий нет, которые дают ход воздуха, да, но дополнительно все равно вот этот весь жар, он все равно подтягивается, я думаю, понимает, что он поднимается, ну, как на кухне вытяжка есть специально у плиты, я думаю, многие знают. И вот у них он поднимается, и по трубе высоко очень. К нему, естественно, тоже еще приварятся ручки, еще прорези я сделаю, ну, как все будет там. Можно доукрасить еще элементами, просто я думаю. Типа вот у меня тут листочки лежат специально на столе далеко, потому что часто что-то, вот, видите, такие взяли. Доукрасили, и будет у вас уже красивый декоративный мангал. Видите, там есть даже у меня черепашка. Так что получается, видите, даже какая крышка. Получается даже такой декоративный предмет. Ну, опять же, если спросит, кто по окраску, внутри я стараюсь никогда не красить, потому что все это облетает и будет попадать у вас на шашлык. Это, я думаю, как бы, да его и не нужно красить. С внешней стороны поверхность обязательно необходимо зачистить. И красить по инструкции. Если краска там 900 градусов, почитайте, как красить. Ну, поверхность надо подготавливать, но такую красить нельзя. Но обыкновенной краской дешевой красить, просто для вида, это, я считаю, просто извращение. Лучше или так оставлять, потому что гореть начнет, вонь начнет, она просто, краска начинает гореть, вы просто угораете. Так что только если краска, она и так вонючая, то есть с нее запах все равно, видно, будет уходить с 900 градусной. Но красить, если хороший, дорогой уж краской берите. Вот стоит у меня мангал с двойным дном, никак все, обзор не сниму, видите, отверстия вообще нет. У него сбоку есть такие виды мангалов, но он, конечно, в 2 раза дороже становится, потому что он в 2 раза больше материала. Я не знаю, эффективнее ли его использовать, когда цена в 2 раза дорожает. Многие хотят такие, но когда говоришь цену, то есть я хочу такой мангал озвучивать цену, то есть хочу, чтобы в дно уходил, тяга была со дна, чтобы пепел там вынимать, ну понимаете, да? Пепел вынимать там из ящичков. Хочу такой, но когда я говорю цену, говорю, они сразу дают задний ход, пропадают обычно. И приходится, поэтому чем этот мангал хорош, он классический, да, то есть вы можете поставить ножки, вы можете убавить высоту борта, ширину, то есть классический, не надо велосипед изобретать, все уже давно изобретено, то есть этот мангал просто варьируете, длину, ширину, высоту, все, не надо ничего больше особо изобретать, ну крышку еще можете захерачить. Ну а так, спасибо за просмотр. Ставим, подписываем, следить за новиночками, если что, лайки ставьте, да, спрашивать, какие вопросы. Ну, я надеюсь, будем продолжать дальше обзор разных мангалов.